Весна – любимое время года многих людей, но только не для аллергиков. Это связано с тем, что как только растения и деревья начинают цвести, люди, склонные к аллергии, начинают чувствовать дискомфорт. Кашель, чихание или раздражение глаз – первые симптомы, которые указывают на то, что вам необходимо обратиться к врачу. По данным Нацагентства общественного здравоохранения, количество людей, страдающих аллергией, в теплое время года постоянно увеличивается. Аллергию болею давно уже. Но с 2019 года она у меня более прогрессирует. Как врач сказал, что я еще такого не видел. У меня аллергия на все цветение. Начинается ранней весной и заканчивается заканчивается осенью. Зинаида Чиса говорит, что лучше всего она чувствует себя зимой. Весной ее здоровье ухудшается, поэтому ей приходится больше времени проводить в больнице. У меня начинают краснеть очень глаза, начинается чесаться нос. Начинает залаживать вот это самое страшное, что залаживает вот здесь, и мне начинает трудно дышать. Такое впечатление, что как будто я простыла. Даже иногда не могу отличить, это простудное или это аллергия. А мне вот хорошо, когда идет ноябрь, декабрь, январь, февраль. Все, с марта месяца уже начинаются у меня проблемы. Врачи утверждают, что многие симптомы простуды и аллергии схожи между собой. Например, неоднократное чихание, заложенность носа, насморк, покраснение изуд глаз, слезоточение, кашель, одышка, свисты при дыхании, а также отсутствие концентрации внимания. Некоторые люди, страдающие аллергией, рассказали нам, что в этот период им приходится сидеть на таблетках. У меня у самой аллергия на пыльцу, пух и амброзию. А что вы делаете в это время? Уезжаю из страны, таблетки также помогают, но это очень тяжело. Также мы встретили людей, которые рассказали нам, что в этот период все реже видят своих друзей-аллергиков. Они с трудом переносят теплые месяцы и не могут насладиться окружающей красотой. Насколько я знаю, им делают уколы. Я не могу вам сказать название, потому что не знаю его. У меня есть знакомые, которые в этот период даже лежат в больнице. Странно то, что в молодости у них этой аллергии не было. Она появилась со временем. Может быть, что-то изменилось в природе. Есть люди, которые избегают периоды, когда цветут определенные растения или цветы. В это время у них возникают проблемы. По словам врачей, не по сезону теплая погода этой весной привела к большому количеству пыльцы в воздухе. Медики утверждают, что уже много пациентов обратились за консультациями и лечением. Прежде всего, речь идет о полинозе. Так называется болезнь, которая проявляется у многих людей. Полиноз – это аллергия на пыльцу. В этом году весна пришла раньше. Все уже опыляется, цветет. Уже есть больные сезоны аллергии. У наших пациентов наблюдается конъюнктивит и ринит. Специалист утверждает, для того, чтобы минимизировать последствия сезона аллергии, необходимо учитывать несколько факторов. Не разрешаются прогулки в парках и лесах. Придя домой, пациент должен переодеться, вымыть лицо, глаза и нос. Более того, это должно быть в помещении, а не на улице. Врачи рекомендуют надевать защитную маску и солнцезащитные очки во время прогулки, чтобы минимизировать последствия. Также рекомендуется избегать прямого проветривания помещений и сушки одежды на открытом воздухе, а верхнюю одежду и обувь следует менять сразу после входа в дом. По последним статистическим данным, в теплый период года от аллергии страдает 30% населения Молдовы.